Сэма вы нашли довольно быстро. Его мрачное лицо не сулило хороших новостей. Что ты нашел? Ничего, в смысле серьезного ничего. Такое ощущение, что этот дурацкий трос действительно порвался сам по себе. А что, если так оно и есть? Если так, то это самое дурацкое совпадение за последнее время. Я не очень в это верю. А может, привлечем полицию? Сэм помрачнел еще больше, и ты прикусил язык. Я попробую позвонить Гудману, но... Он покачал головой, задумчиво уставившись в окно. «Сэм, мы с Рэйчел хотим в отель. Поехали, а?» Мужчина неохотно кивнул и снова посмотрел наверх, на остатки подвеса люстры. «Надеюсь, что это и правда просто дурацкое совпадение». После быстрого созвона с Евой вы двинулись на выход. Перед тем, как покинуть помещение, ты оглянулась на потолок. Красноречивый обрывок цепи, на котором раньше висела люстра, зловеще качался.